вода, брус, естественная влажность. Не делайте так, как я, не рискуйте. Мокрые. Сразу все трещины заделываете тоже герметиком. Ребят, всем привет. Сегодня поговорим о теплом шве. Летом положил теплый шов Remers, акрил 100, на деревянный дом естественной влажности, профилированный брус. Ну и сегодня немного поговорим. Вот наш домик, немножко не доложил фасадную сторону, фасад. Но уже доложится это в следующем году, ничего страшного. Наша охрана. Конор. Молодец, иди. Так, вот он лежит, теплый шов. Вот там не успел доложить. С этой стороны тоже лежит теплый шов. Но есть небольшая проблемка. А проблемка заключается в том, что думал, что трещины все-таки в деревянном дому не сильно влияют на... Ну и, скажем так, простыми словами, что я не думал, что так сильно растрескиваются трещины вот эти, что они настолько сквозные. А вот, ребят, внутри, видите? Вот начинаю. Раз, два, три, четыре. Четыре бревна. Они вот здесь в углу мокрые. Еще мы это все устраним. Заделаем швы и герметиком тоже. Теплый шов, и все будет супер. Вот. Раз угол, вот второй угол. Здесь тоже, видите, именно в самом углу. Это оттуда, с улицы, попадает вода в эти трещины и через угол промокает. Вот там сейчас шлифую на втором этаже. Первый этаж уже практически весь отшлифован. Но это только болгаркой пока шлифуется, потом еще эксцентриком второй слой будет проходиться. Крыша уже утеплена. Проблема, ребята, в чем? Вот эти трещины, они на самом деле очень глубокие. И я очень хотел надеяться, скажем так, на то, что... Я не увижу никакой разницы между тем, чтобы заделывать теплым швом их или нет. Короче, хотел заодно и посмотреть, но вопрос в том, что их надо все полностью заделывать. Это личный опыт, вот эти все трещины, их нужно заделывать через них, в углах особенно, попадает вода. И все это сейчас будем наблюдать с той стороны. Раз, два, три места есть, через которые в этом дому, через вот эти щели, намокла сторона, которая внутри дома. Вот эта сторона дома вся без вопросов. Нигде ничего, здесь маленькое количество этих щелей, но их мы тоже все заделали. Ребят, герметик лежит хорошо, нигде не спузырился, ничего. Ложил я его летом. Только не делайте так, как я, не рискуйте. Сразу все трещины заделывайте тоже герметиком, которые есть, большие особенно. И все будет хорошо. Да, брус, естественная влажность, он трескает, он его крутит. Это все мы знали и понимали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо всем, до свидания.